Сегодня отмечается Международный день родного языка. Для нашего региона это особенный праздник, так как наша республика является многонациональной. По этому случаю в Махачкале прошла презентация сразу 10 книг на родных языках. Она состоялась в конференц-зале Министерства по национальной политике и делам религии республики. В ходе конференции выступили авторы и иллюстраторы изданий. Они рассказали о своей работе, об уникальности представленных материалов и о трудностях, с которыми сталкивались во время работы. Одним из главных богатств нашей страны как раз является многоязычие, многокультурность наших народов. Министерство по национальной политике и делам религии – это один из органов исполнительной власти, который проводит свою работу, направленную на сохранение родных языков, на развитие родных языков.